Наши корреспонденты следят за передвижением факела. Мы расскажем о самых значимых и ярких моментах эстафеты. В эти минуты огонь продолжает свое путешествие по Краснодару. Эстафета Олимпийского огня во второй раз уже за сегодня побывала на площади торгового комплекса «Узмол». Там собрались сотни людей. Те, кто не смог увидеть факел утром, и те, кто снова захотел присоединиться к историческому событию. В этот раз состав участников эстафеты оказался более звездным. На сцену Олимпийский огонь поднял Арсен Галстян. Золотой призер летних игр в Лондоне пожелал сборной по зимним видам спорта завоевать в Сочи драгоценные медали. Он поблагодарил организаторов за предоставленное почетное право нести олимпийский факел. Я чувствую этот праздник, я чувствую, как народ готов, радуется. И я с таким же настроением наши ребята выступят на Олимпиаде. После концерта «Огонь» продолжил свой путь по Краснодару в руках не менее титулованного спортсмена Шамиля Сабирова. Еще в 1980 году он стал олимпийским чемпионом по боксу. Именитый спортсмен пожелал нашей сборной победить в общекомандном зачете, как это было на Московской Олимпиаде.